Остролистные, краснолистные клены, кусты сирени и калины Бульденеш. Всего посадили более 50 саженцев. Рязань участвует в акции «Сад памяти, сад победы» с самых первых лет ее старта. В этом году одним из мест торжественной церемонии озеленения в память о тех, кто защищал нашу родину в Великой Отечественной войне, выбрали Черезовские пруды, которые сейчас продолжают активно благоустраивать. В прошлом году прошел первый этап благоустройства в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». В этом году здесь уже на этой же площадке чуть дальше реализуется второй этап национального проекта «Комфортная городская среда». И эта же территория стала победителем рейтингового голосования. И здесь будет продолжаться благоустройство и в 2025 году. Цель ежегодного проекта – сохранить историческую память о победе в Великой Отечественной войне, сформировать у подрастающего поколения экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде. Среди участников акции – представители областной и городской власти, правоохранительных структур, судебные приставы и школьники-юнармейцы. Деревья могут послужить также памятью между поколениями, да, потому что наши дети, внуки будут видеть их, а также в память о тех событиях, воспитать патриотический дух, возможно, а также традиционные ценности для нашей страны. Такие зеленые памятники высаживают во всех российских субъектах, а также за рубежом. За время проведения акции в ней приняло участие свыше 5,5 миллионов человек из более чем 50 стран мира. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».